College Street Pictures представляет. Производство The Film Works и Tracing Iris Productions. При поддержке Фонда культурного наследия Северного Онтарио. Мне говорили, нужно знать свое прошлое, чтобы понять себя. Что история — это путь вглубь души. Я ничего не знаю о прошлом. Вот что мне известно. Моя мать пропала 34 года назад. Мне было 5. Потом мой отец женился на ее сестре. А 3 дня назад ту нашли мертвой. Берег реки. Прием всем постам. Код 1054. Обнаружено тело. Вас понял. Мы недалеко, скоро будем на месте. Департамент полиции Red River. Джо. Я же сказал, я разберусь. Я ведь должен опознать тело? Нет. Нет? Сам опознаю. Она моя жена. Ладно. Я сам. Осторожно. Господи. Два мужика нашли ее утром. Вызвали нас. Давай я здесь закончу. Поезжай в участок. Ладно. Сюда, быстрее. Привет, Анже. Как дела? Что? Я уехала из родного города в 21 и не оглядывалась назад. До этого дня. Как долго я старалась не заглядывать в темные уголки своего прошлого и не искать разгадок его тайн. Смерть моей мачехи позвала меня домой, чтобы взглянуть на то, что я никогда не хотела видеть.
Энджи позвонила, да? Она думала, что со мной тебе будет легче. Если тебя тяготит мое присутствие, остановлюсь в отеле. Нет, тебя ждет комната. Входи. Ты так похожа на мать. Если память тебя не подводит. От нее ни слова? Нет. Ну, нет, так нет. Я думала, ты больше не пьешь. Тяжелая неделя, Кейт. И потом я бросил только ради Элейн. Так что случилось? Не знаю. Несчастный случай, наверное. Мы еще ждем результатов вскрытия. Может, сердечный приступ? Или... кто знает. Я понимаю, что вы с ней не очень-то ладили, но... она тебе кое-что оставила. Даже страшно. Да брось, Кейт. Ее уже нет. Перестань. Ты прав. Прости. Она оставила мне дом? Да. Думал, его давно снесли. Воспоминания путанные, скрытые. Они манят и дразнят. Но стоит попытаться, наконец, все решить, успокоиться, вдохнуть полной грудью, как сталкиваешься с дьяволом. И дьявол здесь повсюду. В этом доме. В этом человеке. Я чувствую, как мою душу царапают острые края предчувствия. Здесь все мертво. Снаружи и внутри. Вот результаты вскрытия. Хорошо. Сегодня мог бы не приходить. Мне легче работать, Джек. Мэтт заполнит все бумаги по Элейн. В смысле, почему? Ну, хватит. Кейт вернулась. Извини. Алло. Кейт. Ну что, ты уже проснулась? Проснулась. Как спалось? Неплохо, пока ты меня не разбудил. Можно тебя спросить? Валяй. У вас с Элейн все было хорошо? А что? Здесь ее одежда, макияж. И, похоже, она спала в моей старой комнате. Или у стариков так принято? Да. Я храплю. Ясно. Ну,
Увидимся на службе. Ладно. Ну вот, явилась. Наконец-то. Привет, пирожок. Привет, печенька. Я рада тебя видеть. И я тебя. Как встреча с отцом? Сама знаешь. Неловко. Странно. Грустно. Еще более неловко. Все как всегда. Ничего не меняется. А он так постарел. Как и мы. Говори за себя. Хорошо, что ты здесь и что вы наконец помирились. А что с домом в Мьюрвилле? Откуда ты знаешь? Папа рассказал? Да, наверное, сказал. Не помню, как я узнала. Ну, я же волшебница. Не иначе. Так, обед почти готов. Но что, если нам пропустить по стаканчику? Еще бы. Как мы без возлияний? Да, смелость в бутылке. Прошу, миледи. Спасибо. Для тебя кое-что особенное. Да, перелитое из коробки. Не забыла мои секреты? Это был мой секрет. Ты всему меня научила. За нас. За нас. Пэтти, иди сюда, поздоровайся. Тащи сюда свою упругую задницу. Дай-ка взглянуть. Какая хорошенькая. Красотка. Как ты? Тебе-то что? Ладно, если ты так хочешь. Да. Ты слышала, папаша скоро выйдет из тюрьмы. Через месяц, по условке. Это хорошо, он сможет с ней повидаться. Не надо ничего ей рассказывать. Это не ее дело. Кейт забила на меня, когда ей надоело играть мачеху. Теперь я здесь. Можем поговорить? Помимо тебя, у меня в жизни и так дерьма хватает. Эй, следи за языком. Ладно, пойду наверх, переоденусь. Ой, я не ранена? Не злимся на тех, кого любим. Да? Неужели? Ее мать до сих пор сидит из-за той истории с героином. Отец не просыхает. 2 года с тобой стали для нее золотым временем. Да, я жила эти годы словно в аду. Я так рада, что выбралась. Да, знаешь, я тебе завидую, Кейт. У тебя высшее образование, свобода, деньги. Мужики с чистыми волосами. Да, идеальная жизнь. А я так и застряла в этой вонючей дыре. Прости, папа. Зато отлично выглядишь. Нет. Хотите картошки, мисс? Мы собрались, чтобы почтить память Элейн Мейсон. Давайте встанем и произнесем молитву Господню. Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Прошу садиться. Теперь прочтем Евангелие от Иоанна, глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте». Я думаю, попытки изменить свою судьбу обречены на провал. Я приехала в поисках правды, но как бы я ни старалась, Вселенная никогда не дает нам желаемого. По-моему, отличная служба, насколько это вообще возможно. Кратко и мило. Не знаю, по мне это так странно.
Что она делала ночью на берегу? А если это самоубийство, где записка? Господи, Кейт, она утонула. Утонула. Пошла туда, ну, не знаю, подумать, например. Мы туда обжиматься ходили. По-настоящему странно, что она оставила тебе фамильный дом. На самом деле, она оставила мне половину дома. Вторая принадлежит моей матери. Зачем мне половина дома в Мьюрвилле? Даже не знаю. Хотя, как Джо это воспринял? Без понятия. Он мне ни слова не сказал. Спасибо, что пришли. Держи. Решил напоить, морячок? Давненько я тебя не видела. Да. Как ты? Не знаю, все так странно. Что Элейн делала одна ночью у реки? Бессмыслица какая-то. Ладно. Я схожу за водой, хорошо? Поговорим позже. Да. Ну и денек, скорее бы закончился. Мне бы уйти отсюда. Да? Куда пойдешь? Не знаю. Составить тебе компанию? Нет, я лучше... Звони каждые 5 минут. Хорошо. Спасибо, что пришел. Знаешь, то, что ты сказала про Элейн... Да? Возможно, твои догадки не такие безумные. Мне поручили расследовать это дело. Несчастный случай мог быть инсценирован. Правда? Она могла поскользнуться, упасть и удариться головой. Это одна версия. А другая? Что ей проломили череп. И она упала в реку без сознания. Эти несколько секунд перед тем, как она оказалась в воде... Да. Здесь логика событий размывается. Есть повод сомневаться. Зачем кому-то убивать Элейн? Постой-ка. Нет. Это просто... версия. Я расследую дело. Подозрение, и все. Ну вот. Я думал, ты должна знать. Спасибо. Ну ладно. Эй, Мэтт. Да? Можно тебя спросить? Да, конечно. Между моим отцом и Энджи что-то есть? В каком смысле? Ну, их друг с другом что-то связывает? Нет. Нет? Нет. Ты уверен? Я не уверен, но нет. Ясно. В любом случае, никому не говори о нашей встрече, иначе у меня будут неприятности. Хорошо, конечно, не скажу. Ладно, спасибо. Не за что. Привет. Привет. Несу кофе. Класс. Я делаю уборку. Ясно. Ух ты, 100 лет здесь не была. Какие маленькие. Да уж. Боже мой. Посмотри. Что? Какие мы лапочки. А на тебе подвеска, которую отец подарил тебе перед смертью. Раньше ты с ней не расставалась. Почему не носишь? Ну, знаешь, она мне слишком дорога. Тебе тогда было 8, да? Вообще-то 9. С тех пор ко мне перешел семейный бизнес. Боже мой. Это мамины вещи.
Кейт, все нормально? Почему ее вещи здесь? Может, они ей не нравились. А зачем мой отец охранял? Не знаю. По-моему, тебе лучше побыть одной, да? Мне пора на работу. Ладно. Потом созвонимся. Айрис и Элейн. Что это? Ты очень умный коп или заботливый отец? Внутри еще больше. Знаешь, в детстве я думала, ты пытаешься меня защитить. Не пускаешь меня в мастерскую, чтобы я не поранилась. Ты была очень неловкой. Нет, ты боялся, что я найду спрятанное. Почему не сказал, что вещи у тебя? Тебе бы стать копом. Я хранил вещи твоей матери только ради тебя. Но я же тебя спрашивала, папа. Я 100 раз тебя спрашивала, не осталось ли у тебя чего-то из маминых вещей? Хоть что-нибудь, чтобы я могла взять на память. Хоть что-нибудь. Ты же видел, в каком состоянии я была после ее исчезновения и решил отказать мне в малейшем утешении. Успокойся, Кейт. Нет, я не успокоюсь. Почему ты был таким ублюдком, папа? Почему ничего мне не сказал? Потому что думал, что ребенок этого не оценит. Вот почему. Ребенок? Сколько лет мне должно было быть? Мне уже 40, черт возьми, папа! Ты хотел подождать моей пенсии? Или смерти? Слушай, у меня много работы, ладно? Почему ты не хочешь со мной поговорить? Поговорить? Не о чем тут говорить. Надо было сжечь эти вещи. Я их обязательно сожгу. Все сожгу. Все уже кончено. Мне больше не на что надеяться. Незачем вставать с постели каждый поганый день моей жизни. Я устал от всего этого. Сжечь? Я все это сожгу. А когда разгорится, как следует, сам зайду внутрь. К черту все. Привет, Фрэнк. Я знаю кое-что о твоем деле.
Да, конечно, знаешь, Фрэнк. Но тебе это только кажется. У тебя давно белая горячка, так что... Ну ладно. Айрис. Ну все, Джо, поехали. Я так по тебе скучала. Да? Как я поняла, Элейн оставила мне половину дома. А половина принадлежит моей матери, верно? Все верно. И какие у меня варианты? Всего три. Какие? Либо вы бросаете унаследованное имущество, и в какой-то момент Мьюрвиль заберет его в счет уплаты налогов, либо находите мать и просите подписать бумаги, либо признаете ее пропавшей без вести или умершей по суду. Это долгая юридическая процедура. Начнется расследование, понадобятся свидетели и адвокаты. Она может быть жива? Не знаю. Прошло 35 лет. Не знаю. Чтобы продать дом Элейн, я должна найти маму или признать ее пропавшей или мертвой. Здорово, да? Почему ты раньше мне не сказал? Разве у меня есть диплом юриста? Так вот, раз уж я все равно еду в Мьюрвиль посмотреть дом, я решила заехать в окружной департамент и начать официальную процедуру поиска, чтобы иметь возможность продать дом. Кейт, ты тратишь время. Я пытался ее найти. В конце концов, я все еще шериф. Она далеко. Новое имя, новая жизнь. Ты так в этом уверен? Ну ладно, дело твое. Удачи и держи меня в курсе. Хорошо. Воспоминания Кейт. С днем матери, от дочери. Я очень-очень тебя люблю за все, что ты для меня делаешь. Полиция, папа. Неопознанное тело обнаружено на Пирс-Пойнт. Здравствуйте, мне нужна кое-какая информация. Не могли бы вы помочь? Подскажите архив или веб-сайт, где можно узнать о жителях Мьюрвиля 35 лет назад.
Да? Отлично. Да, я ищу Айрис Марлин Мейсон. Родилась 25 октября 50-го. Да, ясно. У нее была почтовая ячейка. Сейчас запишу. Отлично, да. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Да. У моей матери была здесь почтовая ячейка. Скажите, она еще существует? Мне нужен ваш паспорт и номер ячейки. На чье имя? На имя Мейсон. Айрис Мейсон. Мой паспорт. А номер ячейки вот здесь. Посмотрим. Очень странно. Получателями значится Айрис Мейсон и Дэнни Говер. Но ключи были только у Джо Мейсона. Похоже, он оплачивал все счета и забирал почту. Все оплачивал Джо Мейсон? А вы не знаете, что за Дэнни Говер? Нет, без понятия. А у вас есть кто-нибудь, кто работал здесь в те годы? Миранда. Но у нее выходной. Я дам ей ваш номер. Большое спасибо. Отлично. Вот мой номер. Хорошо. Да. Что ж, спасибо, что помогли. Да, хорошего дня. Разыскивается Айрис Мейсон. Нет, давай потруднее. Привет, Энджи. Привет, Мэтт. Как ты? Да ничего. Доброе утро. Доброе. Есть пара вопросов. Нельзя потом, когда я позавтракаю? Нет. Тогда садись. Приготовлю яичницу. Нет, спасибо. Выйдем на улицу. Ладно. Не трогай. Я и не собираюсь. Чего он хотел? Фрэнк рассказал ему, что кто-то был с Элейн той ночью. Да. Привет. Дай, думаю, позвоню. Правильно сделала. Слышал, ты хочешь признать мать пропавшей без вести? Это папа тебе рассказал? Нет, без комментариев. Ух ты. Знаешь, в Судане есть такое племя, Нуба, если не ошибаюсь. Так вот, они живьем хоронят отцов, когда их старшая дочь выйдет замуж. А ты это к чему? Может, поженимся? Вообще-то, нас давно поженили. Ты прав. Точно. В третьем классе. На перемене. Да. Пацаны меня схватили и затолкали в беседку во дворе. А девчонки схватили меня. Ты купил мне кольцо.
Купил. На все карманные деньги. Я до сих пор его храню. Ну ладно, я просто хотела поболтать. Звони. Каждые 5 минут обязательно. Алло. Привет. Посмотрела, что стало с домом. Эй, эй. Я тебе помешала? Нет, мы уже все. Энджи с тобой? Мы как раз собирались ужинать. И часто вы так? Она просто привезла мне доставку, Кейт. Я обещала помочь с вещами Ли. Передавай Энджи мой большой привет. Пока. А в подвале ты уже все закончила, Эндж? Да, да. Почти закончила. Лучше не трогай. И даже не смотри на мои записи и на мамину одежду на кровати. Ладно? Эндж. Не надо так злиться, Кейт. Я просто хочу помочь. Знаю, и меня это бесит. Лучше оставь в покое меня и моего отца. Ладно. Ну и манеры. Ничего, переживет. Господи. Почему не спросил про Мьюрвиль? Я просто измотана, папа. А у тебя все хорошо, да? Весел и спокоен. Ты мог бы хоть немножко поскорбеть по Элейн. Это, конечно, не мое дело, но если бы ты пролил хоть пару слезинок, смог бы сойти за человека. Хоть сделай вид, что расстроен убийством Элейн. В смысле убийством? Кто говорил об убийстве? Расследование еще не закончено, черт возьми, Кейт. Боже. Не волнуйся, мы с ней поговорим. Не стоит. Черт. Ничего не хочешь сказать? Например. Папа, у вас с Энджи роман, и я узнаю об этом сама. Она должна была мне сказать. Может, не знала как. Тебе не приходило в голову? Ну, тогда кто-то другой мог бы. Ты прямо как твоя мать. Ты не слишком старательно ее искал, да? Потом стал спать с ее сестрой, а теперь спишь с моей подругой, которая намного моложе тебя, между прочим. Ты не все знаешь. Нет, конечно, нет. Думаю, Айрис никогда меня не любила. Зачем ты так говоришь? Когда ты была маленькая, мамы не было с нами год. Тогда я стал звать Элейн, чтобы проверить, в каких барах зависает твоя мамаша по ночам. Наши беседы постепенно переросли в задушевные разговоры. Так началась наша дружба. Тогда ты стал с ней спать? Она меня поддерживала.
Когда твоя мать вернулась, мы все прекратили. Но Айрис не было целый год. И у нас с Элейн возникли сильные чувства друг к другу. Я очень любил Айрис. А потом Элейн вышла замуж. Мы снова встретились только после развода. Когда вы с мамой развелись? Очень давно. Значит, ты ее нашел, чтобы подписать бумаги? Нет. Я не знал, где она. Мы с Элейн хотели пожениться, так что я подделал подпись Айрис. Не было выбора. Я все еще надеюсь, что я найду маму. Но напрасно. Твоя мать была самой красивой, веселой и умной женщиной в моей жизни. Ее глаза всегда искрились. Рядом с ней я забывал обо всем на свете. Я считал ее совершенством. Любил больше жизни. До сих пор люблю. Все мужчины влюблялись в нее с первого взгляда. И иногда она отвечала взаимностью. Наверное, для некоторых красота — это обуза. Ты так на нее похожа, Кейт. Я не знаю, когда мама вернется, милая. Ушла на пару часов, и все коту под хвост. Пэтти! Пэтти! Что с тобой такое? Салфетницы пустые, салонки не наполнены. А со стола надо сразу убирать после ухода гостя. Мне надоело самой за всем следить. Хватит, повзрослей уже. Возьмись за ум. Энджи, отстань уже от меня. Ты мне не мать, так что не указывай мне, что делать. И потом, я не хочу закончить так, как ты. Хочешь дальше на меня орать? Подожди, пока я поднимусь наверх к ребенку. Алло. Пэтти, тебя. Привет, Пэтти. Да, давай встретимся. Приходи к нам домой завтра утром. Хорошо. Увидимся. Ты был с Энджи, когда погибла Элейн? Да. Ты такой ублюдок. Ты не поймешь, Кейт. Рискни. Элейн больше не хотела секса. Мы пришли к соглашению. Как современно. Thank you.
Привет. Привет. Ой, раз ты куришь, я накину свитер. Как малышка? Нормально. Ты уж прости, что я так вела себя в день твоего приезда. Ничего страшного. 100 лет назад я тоже была молодой и резкой. И прости, что я всю жизнь тебя ненавидела. Только всю жизнь? Не больше? Я была совсем маленькой, когда ты ушла. Мне казалось, что после этого моя жизнь забуксовала, понимаешь? А ты забыла о моем существовании. Это неправда. Я следила за тобой через Энджи. Как ты получила квартиру после родов? Кто оплатил аренду? Кто устроил тебя в закусочную? Послушай, Пэтти, у меня своя жизнь, и ты не моя дочь. У меня нет детей, это не мое. Я не была готова и даже не уверена, что хотела. Но если я тебя обидела, мне очень жаль. Знаешь, когда пропала мама, мой мир перевернулся. Я уже никому и ничему не верила. И расплачиваюсь за это каждый день. Спасибо, что сказала. Ты сейчас издеваешься или серьезно? Нет, нет. Я просто... Я рада, что не единственная. Поиски человека. Имя Айрис. Фамилия Мейсон. Пол женский. Возраст 61. Местонахождение США. Где ты был? Смена идет уже час. Можно мне чашку кофе? Да. Слушай, насчет вчерашнего. У меня голова идет кругом. Я не хотела грубить. Пэтти к тебе приходила. Ты во многом сформировала ее личность, так? Вот от кого она научилась сбегать от проблем. Я думала, мы помирились. Ладно. Словесная дуэль продолжается. Не тебе говорить, когда ты спишь с моим отцом. Мы с Джо, понимаешь? Что тут сказать? Сделай шаг мне навстречу. Конечно, тебе это странно, Кейт, понимаю. Но мы не выбираем, кого любить. Ты сегодня рано. Заскочил всего на минутку. Подумал, тебе понравится. Что это? Твоя мать носила в день нашего знакомства.
Чёртова стерва. Эй, Пэтти! Господи, вот уж не думала, что буду так рада тебя видеть. Что случилось? Энджи только что на меня наорала. Ей-богу, она из ума выжила. Устроила мне скандал, обвинила в краже какой-то подвески. Ума не приложу, о чем она. Ты знаешь, что я ее люблю. Просто... Черт. Что? В чем дело? Кейт, я знаю, что у нас много нерешенных вопросов, но я облажалась. Я не знаю, что делать. Я хочу свалить отсюда, начать сначала и... Забери нас с Тэмми, когда поедешь в город. Прошу, прошу, забери нас. Уехав отсюда, ты просто убежишь от проблем. Я всегда так поступала, но это не поможет. Ясно. Класс. Да, знаешь что, ну и не надо. Спасибо, Кейт. Пэтти. Я так и проведу в этой дыре всю свою жизнь. Большое тебе спасибо. Спасибо. Пэтти. Да нет, спасибо. Большое спасибо. Пэтти. Да? Алло, это Кейт Мейсон? Да. Миранда Магас из Мьюрвильской почты. Здравствуйте. Давайте где-нибудь встретимся. Миранда? О, Господи. Вы так похожи на мать. Правда? Я Кейт. Что ж, мы с вами встречались. Но на вас были чепчик и пинетки. Значит, вы знали мою мать? О, да. У нас было очень много общего. Но потом пути разошлись. Как она? Я даже не знаю. Простите, вы, наверное, за нее беспокоитесь? Да и нет. Моя мать пропала 35 лет назад. Пропала? Вы знаете, кто это? Этот красавец Дэнни Говер. Считался крутым парнем. Эдакий Стив Маккуин сердцеед. Когда вы сказали, что она пропала, я... Едва Дэнни положил на нее глаз. Разговор был короче, чем сорочка у шлюхи. Простите, мой французский. Ничего. Я бы сама с ним сбежала, но... Она была неплохим человеком, Кейт. Мы с ней частенько болтали. Она просто хотела счастья, как и все мы. А с Дэнни она была счастлива? Была. Но недолго. Год спустя она снова появилась, беременная и без Дэнни. Она жила у нас с мамой, пока не родила ребенка, мальчика. Так у меня есть брат? Нет, он умер при рождении. Это было ужасно. Она была потрясена этой трагедией, как и все мы. Но почему я об этом не знала? Отец ничего мне не говорил. Кейт, память может как сплотить семью, так и разрушить. Человеку свойственно избегать болезненных воспоминаний, верно? Вам бы стать психологом. Ваша мама вернулась к мужу на несколько месяцев после смерти ребенка. А потом на горизонте вновь показался Дэнни, окутанный феромонами. Я как-то раз ей позвонила, ваш отец был так расстроен. Он сказал, что Айрис снова сбежала. И я подумала, что у них с Дэнни все получилось, раз больше о ней не слышала. Через несколько месяцев ваш отец пришел на почту и забронировал ячейку для Айрис и Дэнни. Я подумала, что это странно, но он сказал, что они разошлись миром. Айрис и Дэнни поселились в Мексике, а он просто обеспечил им местный адрес.
Безумная семейка. Она вас любила, не сомневаюсь. Она дерьмово это показывала. Простите мой французский. А с моим отцом вы встречались? Нет. Я хотела спросить его, как связаться с Айрис. Но к тому моменту столько воды утекло, я подумала, что ей это не нужно. Кто это, мама? Мама просто учится танцевать. Это сюрприз для папы. Нет! База данных. Говер. Мьюривиль. Де Говер. Алло? Алло, не могли бы вы мне помочь? Я ищу Дэнни Говера. Ему сейчас около 60. А зачем он вам понадобился? Простите за беспокойство. Я разыскиваю мать. Когда-то давно они с Дэнни дружили. Вдруг он знает, где она. Я не смогу вам помочь. И Дэнни тоже. Его убили. Простите, я не знала. Туристы нашли его в болоте лет 10 назад. Но погиб он намного раньше. Простите за беспокойство. Спасибо за помощь. Звери живут настоящим моментом. Их ведет обостренное чутье. Интуиция. А нас? Мы считаем, что управляем своей жизнью, но мне начинает казаться, что это жестокая шутка, придуманная Богом, чтобы нас запутать. В детстве моей лучшей подругой была Энджи. Мы одинаково смотрели на мир. Считали, что этот город погубит нас при первой возможности. Что он существует лишь для того, чтобы уничтожать любые проблески надежды на счастье. Я сбежала, а Энджи не смогла остаться собой. Этот город, эти люди, ложь и такие лжицы, как мой отец, добрались до нее. Выходит, этого Дэнни, любовника моей мамы, убили. Yes. А мой отец годами оплачивал их ячейку. Да, но что все это означает? То есть он ждал, что она вернется? Возможно. А может, пытался следить за ней? Не знаю. А вдруг в этой ячейке что-нибудь есть? Уже проверила, Холмс. Отец давно от нее отказался. А мы с тобой... Отличная команда, да? Нет, 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 нет. Придется. Не отвечай. Нет, оставь. Подожди, секунду, сейчас. О, черт. Да. Господи. Нет, я
Сейчас приеду. Что? Энджи пропала. Я звонил в закусочную, не отвечают. Мэтт, поезжай туда, проверь, а я домой. Только соберу ребят. Нет, нет, нет. Что? Та подвеска у реки принадлежала Энджи. Когда я ей сказал, она запаниковала и сбежала. Боже. Ладно, поехали. Энджи! Мэтт, Энджи вооружена. Да, прием. Слышал? Энджи, что ты делаешь? Зачем тебе мой пистолет? Энджи! Заткнись, Джо. Опусти пистолет, Энджи. Энджи, брось пистолет. Ничего, Мэтт, я разберусь. Эй, Мэтт, положи пистолет. Делай, что она говорит. Ладно. Ну, хватит, Энджи, послушай. Отдай мне пистолет, я отвезу тебя в участок. То, что подвеска была там, не означает... Ни слова больше, мы найдем адвоката. Если ты не убивала, все будет хорошо. Я не хочу в участок. Я расскажу, как все было. Элейн, она... хотела, чтобы я порвала с Джо. Мы встретились, чтобы поговорить, просто поговорить. Затем подрались. Вот об этом я и говорю. Отстань от меня! Убери руки! Было грязно. Она поскользнулась. Упала неудачно. Я пыталась помочь. Но... было поздно. Пора раскрыть все секреты. Открывай сейф, Джо. Нет, не делай этого, Энджи. Открывай чертов сейф, Джо. Ладно. Не только женщины сходят с ума от любви. Это все мои письма к маме. Ты говорил, что отправил их. Где мама? Я знаю про Дэнни. Ты не поймешь. Я хотел тебя защитить. Ты была такой маленькой, крошечной. Скажи ей правду, Джо. Дэнни. Он снова объявился. Хотел вернуть Айрис.
Я был не против, если она так хотела, но она клялась, что все кончено. Я приехал домой пораньше. Ты поедешь со мной! Ни за что! Я сказал, что поедешь! Айрис, что здесь происходит? Что ты задумал? Заткнись! Опусти пистолет. Это не выход. Айрис поедет со мной. Чтобы ты опять мне изменил? Я знаю, что облажался, но я ведь уже извинился. Айрис, поедем со мной. Последний шанс. Опусти чертов пистолет! Прости, Дэнни, все кончено. Нет! Она умерла. Умерла. Но зачем ты это скрывал? В то время я был здесь единственным копом. Вызывать было некого. Оба убиты из моего оружия в моем доме. А что было бы с тобой? Почему ты не рассказал мне? Я пытался держать все это в тайне, Кейт. Я не хотел, чтобы ты об этом знала. Так... где мама? На берегу реки. На берегу реки? Энджи, давай. Отдай пистолет. Отдай. Ну все, давай. Отдай мне пистолет. Все хорошо. Вот так. Молодец. Пока, Пэтти. Я думал, ты останешься подольше. Нет, мне пора, папа. Мог бы сам приехать в гости. Да, может быть. Ты такой упрямый, знаешь это? А ты вся в отца.
Мне стало не по себе. Наконец, мы с этим прекрасным, одиноким пожилым человеком обрели общую память, не омраченную завесой тайн. В фильме снимались Кари Матчетт, Рик Робертс, Инга Кадранал, Элли Макдональд и Кеннет Уэлш в роли Джо. Режиссер Джон Леквайер. Продюсеры Пол Стивенс и Эрик Джордан. Автор сценария – Грэм Лудлоу. По роману Дженни Ганн «В поисках Айрис». Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media. Combustible by nature, harder than pig iron, striking eddy matches, watch me dancing in the fire.